Всем привет, сегодня я буду играть в Амнезия Призрак Прошлого, а если по-другому, Амнезия The Dark Descent. Выговорю, ладно. Начать новую игру, хочу не в других кастомах, пусто. Ладно, новая игра, да. Ну или хотя бы тому подобное. Не забывай. Некоторые вещи нельзя забывать. День идет за мной. Ну, это как бы тень за нами всегда идет. Меня зовут Даниэль. Я живу в Лондоне. В Мэйфэйр. Что я натворил? Это безумие. Нельзя забывать. Нельзя. Что это за иероглифы? Я должен его остановить. Соберись. Ебать, розовый меч. Меня зовут... Я Даниэль. Не, ну это понятно, я очнулся. Че я валяюсь? Че у нас будня алкаша? Или лепестки какие-то? Боже, проснись ты уже, встань. О. Короче, у нас задание: идите по следу из капеля, найдите источник жидкости. А какой именно? Тут их несколько. Ладно, ой, не в ту сторону. Трутница, что это такое? О, ваза. В окно. Чё, я бегать не могу, я что, бля, жирный нахуй? О, солдат, ой, рыцарь. Ты куда валя... Ты чё падаешь, алкаш ебаный? Чё, блядь, землю поцеловать хочешь? Да оно на земле не было. Свеча, кофница кончилась. Спорим, что я смею. Еее, хитрик. Где это? О, быстро. Ебать, я сильно нахуй. Ворота. Сука, слепой. Что это? Все в порядке, в здравом уме. Я в здравом уме. Я очнулся в замке, я нихуя не помню. Нихуя за сквозняк. Сука, блядь, открывайся. Что это? Трутница. Заходим. Не, я тут жить хочу. Видите, тут так прикольно. Ковры. Стул мешаешь. Что, блядь, во что ты врезался? Сука, блядь. Что это? Бля, вино. Вино горячим подают. Грейся. Хули ты не разбиваешься? Горшок, блядь. Ебать, ты разлетелся нахуй. Может, это бутылка пивасика такая? Я хочу по... Прикольно. Чем бы это разбить? Так, так, кстати, не подсказывайте. Мне этот ступа может. А зачем? О, лестница. Как я люблю лестницы. Они такие хорошие. Люстра. Кто-то где-то бегает. Видимо, для меня жидкость разливает. И чё, блядь, с корабля нахуй, что там что-то скрипит и качается. Блядь, хули с тобой, что ты? Чё ты, блядь, падаешь нахуй? Алкаш ебаный, блядь. Будни алкаша, нахуй. Сука, встань! Чё тебя, бля, ебошит, нахуй? Конча, прикольно. Все, приступ, нахуй, кончился. Ну-ка, а чё тут-то? Тут-то картины. Это хороша. Это хороша. Это хорошо. Путница. И это хорошо. Что меня плющит нахуй, блядь? Клещ в ухо залез. Сколько у меня их? Три. Клёво. А, ладно, сейчас я поставлю на паузу, а потом... Ну, там какой-нибудь момент. Короче, я вернулся. Продолжу. Скоро кончать. Ну, видел, скоро буду заканчивать. Чё это? Я ослеп, что ли? О, лестница. Ты чё-то слышишь?
тараканы, блядь, боюсь тараканов нахуй, блядь. Американские, наверное. Видишь, что? Так, ну, прикольно. О, мне сюда, по-моему. Сволочь, камера. Тихо, не трать в масло. У тебя вообще есть заряд? Есть. Ну если есть лампа, то есть масло, логично. Сейчас. Есть. Блять, рукожопный сундук. Ты охуел, блядь? Отдай. Спасибо. То, что дали моё. Какая-то фигня, книжки, конча. А, сейчас буду ролик кончать. Чё тут разваливаются уже, задолбали. Я чё, присел или я такой карлик? Отстань от меня! Сволочь. 19 августа 1830. Не бойся, Дэн. Очень надеюсь, иску. Красота. Знаешь, кого-то лодки так выпил, такой, типа сушняка такого. Холл. Мы идем в холл. Ну чё, хоть, блин, бухать там, а? Да не, что ты бухаешь? Красивый холл. А вон и свобода. Это в замке, Александр? Да, в каком-то смысле. Пойдем, возьми фонарь. Ты был в камере переработки, верно? Не думаю. Она связана с... Как вы назвали это место? Внутреннее святилище. Самый главный зал. Он находится за камерой переработки. Руками на самом деле, не разорвать. Он в глубине скал под Бренненбургом. Чё я похудел-то? Ну, короче, тут какая-то окончательная придурок. В следующем видео разгадаю. Ладно, всем пока.